В Латвии изъяли рекордную партию кокаина. Наркотики прибыли из Эквадора. Латвия в этой схеме использовалась как транзитное государство. В Латвии правоохранители конфисковали 2 тонны кокаина. Это самая крупная партия, изъятая когда-либо в балтийской стране. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает Делфи. Отмечается, что партия кокаина прибыла из Эквадора. Наркотики были спрятаны в ящиках из-под бананов. Во время операции полиция изъяла 2199 брикетов, что эквивалентно 2 тоннам гидрохлорида кокаина. Его стоимость по ценам черного рынка оценивается в 1 миллиард евро. Начальник госполиции Латвии Инцкюзис отметил, что Латвия в этой схеме использовалась как транзитное государство. По его словам, из Латвии кокаин обычно переправляют или в Скандинавию, или в Россию. В операции были задействованы сотрудники полиции Латвии и Копенгагенского филиала агентства по борьбе с наркотиками США. В рамках операции задержали 5 граждан Латвии. Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии изъяли самую крупную в истории страны партию кокаина – 190 килограммов. А береговая охрана США выявила в нейтральных водах Тихого океана груз кокаина весом 18,5 тонн. Предварительно стоимость наркотиков оценивается в 500 миллионов. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.